Я считаю, что чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России, экономически очень положительно скажется на экономике и состоянии тех городов, где он будет проводиться. А что касается того, насколько это будет затратно, тяжело, экономически невыгодно, ну, вспомните Олимпиаду, которую проводили в Сочи. И поймете, что так же, как было много противников, так же много сторонников этой идеи, а результат, он превзошел все ожидания. То есть я думаю, что для пропаганды этого вида спорта в Российской Федерации это очень важно.